Привет, друзья, привет, подписчики. В этом видео хочу вам рассказать, как без VPN программ и различного стороннего мусора ускорить свой YouTube, чтобы ваш YouTube работал на полную котлету, чтобы он не глючил, не лагал, все вот эти вот миниатюрочки были видны, чтобы вы могли даже вот в таком вот режиме смотреть, не загружая видео, и у вас ничего не глючило, не лагало. Как видите, у меня все работает на максимальном качестве, то есть я не ставлю минимальное качество, а на полном качестве все подгружается. Это очень классно, это лучший способ 2024 на сегодняшний день, который вы знали и который вы можете использовать в своих целях. Как видите, то есть у меня ролик полностью прогружается, никакой нету никаких глюков, лаков и так дальше. Покажу топ-5 новых способов, которые помогут каждому из вас сейчас сделать так, чтобы ваш YouTube работал, не глючил, не лагал, и вы получали только максимум эмоций от воспроизведения контента на YouTube. Как так сделать, сейчас расскажу и покажу. Вы пока подпишитесь, кто еще не подписан, поставьте лайк этому видео. Что нужно сделать? Нужно понимать, как его правильно настраивать. Это может сделать даже ребенок. Если вы не понимаете, обратитесь к своему ребенку, он вам настроит. Это нужно просто. Я пользуюсь Chrome, да, в принципе, вот так вот. Захожу в Chrome, нажимаю на вот эту вот свою аватарочку. Можете нажать на 3 точки, у кого там 3 точки. Вы попадаете в вот такой вот список настроек. Здесь нам нужно выбрать следующий пункт, который называется «Конфиденциальность и безопасность». Есть он на любом телефоне. Заходим в «Конфиденциальность и безопасность». И здесь мы ищем такой пункт «Отправлять запрос Do Not Track». Включить, видите, «Отправлять запрос Do Not Track». Вот этот вот вам нам пункт нужен. У многих этот пункт будет включенный. Если вы запретите отслеживание, в запросе браузера будет включена специальная команда. Сайты могут интерпретировать ее и отвечать на нее по-разному. Например, некоторые сайты перестанут показывать рекламу, подобную на основе посещений вами страниц. Дело в том, что на YouTube, когда вы запускаете ролик, мало того, что ролик не грузится, так еще куча рекламы. На рекламу очень много YouTube тратит усилий, потому что в первую очередь он хочет заработать, показать рекламу. Если у вас эта функция включена, вот и знаете, у вас YouTube может не прогружаться. Так что выключаем эту настройку, отправлять вот эту вот всю запрос. Он не должен отправляться. Это первое. Вы должны это всегда понимать. Дальше у вас будет еще один пункт ниже, видите, всегда использовать безопасные соединения. По возможности будет использоваться протокол HTTPC, если сайт его не поддерживает. Браузер покажет предупреждение, прежде чем загрузится страница. Видите этот пункт? Он должен у вас быть включен. На многих телефонах он будет, как правило, выключен. Даю 100%, он будет выключен и на вашем телефоне. Видите? То есть это очень коварная настройка, которая должна быть тоже включена на вашем телефоне. Друзья, будьте внимательны и посоветуйтесь со своими друзьями, у кого тоже такая проблема, и воспользуйтесь вот этой вот настройкой, которая действительно вам поможет. Следующий пункт, он находится ниже, тут не нужно выходить. Это использование безопасный DNS-сервер. Как видите, у меня включен тот сервис, который нам нужен. Google Public DNS. Видите? Google Public DNS. У вас здесь, когда вы зайдете, может быть использование текущего поставщика. То есть он как бы выключен. Что Google дал, то и работает. Вам нужно выбрать другого поставщика, вот эту вот полосочку. И вам нужно будет выбрать вот этот вот Google Public DNS. Видите? Вот этот вот Google Public DNS. Именно этот. Если же на этих настройках не работает, потому что может не работать вот этот вот сервер, он может не откликаться, вам нужно будет поменять. То есть опять стрелочку выбираете и смотрите здесь клиент в браузер, Family Filter, Open DNS и Google Public DNS. Видите, да? Я рекомендую вот как раз ставить Google Public DNS, он самый стабильный. И будет работать на любом телефоне, в принципе, без каких-либо ограничений, без каких-либо заторможений и без каких-либо конфиденциальных сборов личных данных. В принципе, здесь мы все настройки настроили в браузере и можем проверять. То есть у вас, если вы зайдете сюда, наберете YouTube, вы через браузер сможете без каких-либо проблем смотреть YouTube. Как видите, загрузилось последнее видео, которое я смотрел. То есть через браузер YouTube может работать. Если он у вас, к примеру, не работал, скажем,
просто как приложение, да, то он у вас будет работать с вот этого вот с браузера, потому что на браузер уходит меньше усилий. Ну, то есть браузер берет все усилия на запуск видео вашего. Так, это мы разобрались. Следующая настройка будет касаться YouTube. То есть нам нужно почистить и настроить правильно YouTube. Мы просто нажимаем на YouTube, удерживаем, и у нас получается вот такой вот пункт о приложении. Здесь будет такая вот кружочек значком. Нажимаем о приложении, здесь у нас будет память, и мы чистим кэш. Сперва ад, дальше память. Очищаем, удаляем все данные, и у нас все будет работать без какого-либо труда. Дальше у нас, смотрите, разрешение приложения, управлять разрешением, связанными с местоположением. И мы вот эти вот все доступы ему даем, потому что многие убирают доступ, как правило, файлам, медиаконтенту. YouTube не имеет доступа и может некорректно работать. А это тоже все очень сильно влияет на его воспроизведение как самого YouTube. Это тоже нужно понимать. Дальше у нас, смотрите, есть контроль активности. Вы могли по ошибке поставить здесь какое-то мягкое ограничение, либо жесткое ограничение, ну, чтобы прекратить работу у YouTube в фоне. Так многие поступали раньше, до блокировки. Но этого не нужно делать, вам нужно поставить нет ограничений. Когда вы поставите нет ограничений, YouTube ничего не будет мешать, не будет никаких ограничений с вашей стороны, с вашей рабочей стороны, и у вас YouTube будет загружаться без какого-либо труда. То есть, если вы хотите, чтобы ваш YouTube грузился, вам просто-напросто нужно его активировать в плане вот этих нет ограничений. Включаем нет ограничений, у вас, в принципе, будет все работать отлично. Также можете проверить способ подключения, подключены ли у вас две сим-карты, может просто какая-то сим-карта быть выключена в данной ситуации, та сим-карта, на которой у вас есть интернет, и от этого может глючить сам YouTube. Проверяйте и будьте очень-очень внимательны. Дальше, что нам нужно еще сделать? Нам нужно поменять местоположение. В данном ситуации, если вы находитесь где-то, где YouTube ограничил свои возможности, это может быть, у вас стоит местоположение, YouTube видит, что вы находитесь в той стране, либо в том городе, либо подсанкционной, либо же просто, что сервер находится перегружен в этой стране. К примеру, вы находитесь в этом Германии, а сервера перегружены. И вы подключились к этому серверу. Если вы подключитесь к США, к примеру, либо там Франции, там сервера будут меньше загружены, и у вас YouTube будет работать корректно. Я так делал еще 2 года назад, когда YouTube некорректно работал у нас, и это очень сильно помогло, кстати. Просто смотрите, заходим на YouTube, выбираем свой вот этот вот аватар, и в правом верхнем углу у вас появится шестереночка. Нажимаем на шестереночку, здесь мы видим очень много настроек, которые нам нужны. И нам нужно выбрать такой пункт, который называется «Общее». Вот здесь вот в общих мы находим местоположение, и как пишут мои подписчики, работает в Германии, работает также во Франции, работает в США. То есть ставим сначала Германия, пробуем, далее ставим, спускаемся вниз по алфавиту, ищем букву F, Францию ставим, пробуем. И если у вас не работает на вот этих вот странах, то вы просто можете поставить еще США. Так вы подключитесь к серверам, те, которые свободны, и у вас YouTube будет тоже работать грандиозно. Давайте еще раз смотрим один способ, который действительно мне помог, и я рекомендовал бы его тоже вам в качестве того, что запасного варианта, если все варианты уже не работают, вы уже повесили нос, расстроились и думаете, как бы не заходить даже на YouTube, потому что он не грузится, нафиг он вам нужен. Ничего подобного, сейчас отремонтируем. Опять-таки заходим, смотрите, в настройки, на главную свою страницу, где у вас вот это вот меню появится, и здесь находим вот эту шестереночку. Находим шестеренку, и здесь у нас, смотрите, ищем пункт качества видео. Видите? У вас будет стоять авто, то есть автоматическое, понятно, качество. Здесь мы видим подпункт качества видео при просмотре через мобильную сеть. Стоит понимать, что Wi-Fi больше загружает. Это ниже, видите, качество видео просмотра через Wi-Fi. Здесь мы ставим экономия трафика. То есть, когда мы ставим экономия трафика, у нас YouTube на минималках будет работать, но все-таки будет, крути не верти, как бы мы это ни хотели. И точно так же ставим, смотрите, при просмотре через мобильную сеть, ставим экономия трафика.
И у нас получается через мобильную сеть идет максимальная экономия трафика, какие-то процессы затормаживаются, какие-то загружаются, точно так же через Wi-Fi, и у нас YouTube будет работать максимально корректно. Понравилось видео, поддержи лайком, поставь этому видео и расскажи друзьям. Всем добрейшего!